День гонки, поживее уже. Но все равно тут трасса разделена, да, по зонам, поэтому, грубо говоря, люди распределены. То есть нет такой толпучки, как в Соча. Вот. И то это еще дальше есть главная зона, где всякие автограф-сессии проходят там и тому подобное. Сейчас идем покупать сувениры. Наташка возмущается, говорит, ветер дует. Да сильно. Холодно, ветер был. Холодно, блин. Вчера ветер дул, было нормально. Вчера был теплый ветер, сегодня холодный ветер. Ну, вот местные ремесленники. Every race, but especially here, a big step by the team. Very proud of that. Definitely, we were really the most fastest team. And hold on to your hat. Yeah, all my hats. And yeah, it's gonna be a tough race, you know, with the wind, the conditions. So yeah, there's nothing you can do at the beginning, but at the end, probably you can still get something. Ready for a pit stop. Как так? За сейфтикаром. Ha ha ha!
that way. Yeah, I feel great after that. Just try to come back and enjoy the moments. I felt good. Итак, мы зашли в местный ресторанчик в старом городе, как раз где недалеко снималась «Бриллиантовая рука». Вот у него такая вот обстановочка, вот это реальный потолок, которому, наверное, уже, блин, почти 1000 лет, называется «Old Shaky», как-то так вот. Тут вон иностранцы сидят, а вот эти сидят, рубятся, блин. Уже, правда, все съели, выпили, тоже так, вина, пиво. Руссо Тристо, обликом ралли. Вот оно, вот оно, вот оно. Руссо Тристо, обликом ралли. А что, покажи. Такие синяки. Ты сделай ближе. Не, а что там? Ну, синяки у меня жуткие. Я панда. Панда, панда. Панда. Панда, панда. Мы что, может быть по десерту или счет? Счет. А, покажи это на камеру. Вот тут едят десерт. Ну это я. Да, да, да. Поэтому мне десертов хватит. Да это он улучшает, типа, красоту. Я не знаю, как эту херню отключить, блин. Он меня вчера обозвал свежим мясом. То он меня называет уровень бог. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Стой, дай мне телефон. Я сейчас сделаю прикол. Вот, вот, включаем красота. А я богиня. Энергичная богиня. Да, да, да. Наташ. Сейчас, как он тебе? Тоже энергичная богиня. А ну, по-попу, сделай грустное лицо. Красивая девушка. Серьезно? А ну, сделай ты грустное лицо. Энергичная богиня 26 уровня. Нет. А закати глаза, как ты закатываешь. Работник 25 уровня. Сейчас, подождите, теперь посмотрим на меня. Потенциальный бог 27. А вот так вот. Работник. А как? А морщины там? Все равно работник. А нет, так потенциально бог. Ребята, пошли. Так сделать. Какая страшная. Ладно, что, обошли? Подожди, я хотела кое-что. Ну, этот. Да, 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 счет. Скажи, как счет? Дерзко, можно счет? Чек. Счет, да. А, можно было так сказать? Я думал по-английски, как счет. Фу, какие вы ужасные туристы. Спасибо. Все, спасибо, до свидания. Не понимаю, они мне не отвечают. Снова возвращаемся к бакинским переходам. Я вот говорю, вот в Краснодаре практически такие же переходы. И даже освещение, в принципе, аналогично здесь. Вот, вот, у нас практически такие же лампы и такой же яркости. Ну, чуть-чуть уступает. А так, в принципе, да, да, да. Оформление, все, камень такой. Даже, наверное, отсюда же привезен откуда-то этот камень. Вот. Поэтому краснодарские переходы ничуть не хуже, блин, совершенно вот бакинских переходов, как бы.